Приветствуем вас, жрецы со специализацией тьма. Сейчас мы расскажем, как играть за жреца со специализацией тьма на 90 уровне. Особенность этой специализации — наличие в боевом арсенале сфер тьмы. Эти сферы можно получить, применяя основные заклинания, а затем использовать их в бою и быстро нанести большой урон. Также жрецы обладают запасом маны, однако в большинстве случаев вам не придется думать о ее восполнении. Перед боем активируйте облик тьмы. Это существенно увеличит наносимый урон. Еще стоит применить слово силы и стойкость, чтобы повысить выносливость. Каждый бой лучше начинать со взрыва разума. Это основное заклинание, позволяет накапливать сферы тьмы. Используйте его по готовности, когда заканчивается время восстановления. Затем примените прикосновение вампира, а также слово тьмы боль. Эти заклинания наносят периодический урон, и их действие необходимо поддерживать. Если у цели осталось менее 20%, можно применить слово тьмы смерть, чтобы нанести огромный урон и получить больше сфер тьмы. Или же используйте пытку разума, если другие более важные способности вам сейчас не доступны. Накопив три сферы тьмы, потратьте их на всепожирающую чуму, чтобы нанести большой урон и восстановить здоровье в значимом объеме. Чтобы полностью овладеть искусством жреца, потребуется многому научить. После освоения азов игры, уделите время изучению способностей, талантов и символов, о которых мы не упоминали в этом видео. Спасибо за внимание и до встречи на Дреноре! Ролик озвучен студией ArtVoice.